Привет, ребята. Не, ну я на проводе. Так ночью было жарко спать, что лег уже не вдоль кровати, в поперек лягла, головой к окну. Ой, проснуться бы. Просыпайся, лег. Идем, будем в душе просыпаться. Дождь не предвещается. Не надейтесь. Так, пошла я купаться. Итак, сегодня у нас вот такая красивая сковорода. Спени. Выключай. Крышечкой пока не буду накрывать. Давайте я расскажу. Нарезали свежий лук. Забабаськали чуть-чуть его, припустили, нарезали перцев разноцветных, забабаськали туда, добавили немножко юшечки из томатного соуса и куриная грудка нарезанная, это самое, такими тоненькими полосочками. Петрушечка, солька, перчик. А, такая смакота получилась. Обалденный вкус. Обалденный цвет. Что, осталось нам приготовить сегодня рыбку. Сейчас мы ее лимончиком, тоже петрушечкой. Это у нас, как всегда, наш акуленок. Вердеска называется. Петрушечка, лимончик, перчик, духовочка, маслица. И Галя дома. Вот так вот. И обед готов. Времени нет, но блюдо есть. Ребятки, сегодня снимать было просто некогда. Влажность воздуха процентов 90. Может 80. Не буду утверждать. То, что мы все мокрые, это как собачки. Как цуцики. Уже непонятно, чем мы обливаемся. Не знаю, видно, не видно. Наверное, видно. Мокрое это не то слово. Но надо на завтра сделать заготовочку. Я закончила молочко в моем посолить завтра. Завтра, как всегда, воскресенье. Радостный день. Мы его встретим. Новыми. Трудовыми. Достижение. Еще раз успалась. Сейчас сама на себя вот это все вылила. И все дела. Приятно даже на воду смотреть. Все перемыло, уже домой надо бы идти. Но завтра, если я зарежу эту паркату, я просто не смогу делать мороженое. Так оно сегодня отпарится все. А завтра уже будет холодильничек работать. Ну, уже грязная, как собака, мокрая, как мыша. Так что, ой. Не, наверное, собачки почище, чем я. Уже полные кранты называются. Сегодня я буду работать со свежим молочком. Мне сейчас Алена моя кусочек видео с моря прислала. Там как раз такая волна на море. Ну, сейчас сделаю я пастеризатор. И, наверное, все-таки рвану я в бассейн. Тут на полчасика заведу. Сегодня хмурилась. По идее, должен был быть дождь. Дождь не пошел. Паркота достала. Ну его все.
пень. Поедем-ка мы. Расслабимся чуть-чуть в бассейне. Сделаем закупки на завтра. Луиджи на всю вино и пиво повыпиваем. А, кстати, ребят, праздничка. Спасибо вам за поздравления. Спас рукавычки про запас. Я уже не дождусь, какие рукавычки надо будет убивать. Мы же их и зимой не одеваем, рукавычки. А же что? Жарко круглогодично. Так что... Все, сейчас люлек бульбашит. Может, кому-то молочка? Посмотрите, 40 литров. Люлек опять себе в бар корову привела. Ладно, заливай буль-буль. Кстати, забыла вам сказать, Лейкаш еще эксперимент над собой не закончился. Мне Мишка принесла какой-то шампунь и говорит, ты его после мытья волос нанеси. Ты на один тон или на два посвежеешь. Или посветлеешь. Ох, если без волос оставим. Вот это мы как хочемся, да? Еще подождите. Мы с вами еще погрекаем. Сахарок вниз. Хай распаряется. Он сверху. Молочком добухает. И Галя дома. Ну уже. Дождя хотим. Какой дождя? Снег нету. Минут или Лёх поехал. 5 часов, ребят. Какой бассейн. Если Лёх еще и не скупалась. Морду под краном умыла. И вали за покупками. Бассейн на завтра переносится. Холодненькая водичка. Ой, красота. Оля, вода. Сейчас еще ножик помоем. Какой-то балдеж. Какой-то балдеж. Помогайте, ребята. Ужас. Ужас, тело у меня. Сейчас бы упало. У багажнички. Калачик, он бы свернулся. И закимарил. Тут тільки нема в цьому багажничку. Запасных рук еще не придумали. Еще ж впереди машину разгружать. Знаете, как гадание на картах. Для себя, для души.
Чем сердце успокоится? У меня так, для работы, для лыжинов, для себя. Фух, а душа моя успокоится стаканом холодной воды. С холодильника. Большего нам сегодня не дано. Сегодня издевательства над собой закончились. 6:30 вечера. В бассейн одна собиралась. Ой, балдеж. Доползаю до душа. И на сегодня все. Это точно все. Извиняйте, что мало, но сегодня это супер-пупер. О, не знаю, насколько я мокрая. Лучше не показывать.